Всем привет, друзья! Пришли поиграть в Мега Хоум, город Иркутск. Развлекательные аппараты, говорят, здесь стоят. Сейчас будем их искать. Бабломет сразу играть не будем. Ножницы и стакер. Одни десятки почему-то лежат. Играть нечего. Здесь мишка с деньгами. Давай я это. Вот это потом попробую. Ну давай посмотрим. Короче, интересные призы такие. Сейчас мы будем играть в ножницы. Игра 25 рублей. Рублей есть, но скреб мелочь. Все, одна игра появилась. Давай что-нибудь срежем. Вот этого медведя, да, с бабками. На, почти, почти. На камере совсем по-другому видно это все, как будто ножницы криво стоят. Хопа, облом. Но есть еще мелочи у меня немножко. Сейчас попытаемся другого медведя, вот этого медведя с пятихаткой. Или хотя там будет вообще сложно его выиграть. Давайте планшет выиграем. Что-то переезжает. Ну ладно, в следующий раз выиграем. Вот такой вот симпатичный аппаратик попался мне. Теперь я нахожусь в Мистер X, город Иркутск. Такая вот груша боксерская стоит, но я ее не буду бить. Увидел на горизонте аппараты, будем их долбить. Две хватайки почему-то в ряд стоят. И фальшивки один, походу, опять. Да, так есть. Что у меня есть? Мелочь. Что же выиграть-то в эти аппараты? Что-то тут все повыиграли. Доставать нечего. Вот этого вот красненького выиграть. Давайте выиграем красненького. Че? Утку мы не достанем, но попытаться вот эту красную можно. Давай, 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 давай. Зараза. Ну давай еще, у меня есть 10 рублей. О, что, игра пошла. Давай. Ну чё ты меня обманываешь-то? У меня деньги заканчиваются. ₽30 поиграл. И я даже не вытащу игрушку, что ли. Мягкую. Ну дай ее, дай мне ее. Какой плохой автомат. Ладно, в следующий раз выиграем. Вот такие вот аппараты стоят в Мегахоме.